Вы только посмотрите, что творится. Это просто дичь какая-то. Это ж надо ж так. И вот непонятно, сейчас его вытащишь, что будет. Пойдет прокол, не пойдет. Вот так, поймал. Просто вообще жесть. Нет, сквозного не получилось. Прокола нет. Вот такой вот гвоздь. С полпальца. Ну, конечно же, после такого он отправляется в кусты.